Так, подключен наш малыш. Я еще хочу замерить уровень шума от него, какой будет. Подключен он к вольте по 500, к одному каналу на максимум. От там что-то 130 до или от 170. Там не помню, какие значения у них написано. И до 2,5 с обоих сторон Butterworth 12,5 октава фильтр. Не знаю, клипанет микрофон, не клипанет на мобилке. Не хочу на тот микрофон писать, там еще все хуже как бы. Чудо это. Ну, по ощущениям я могу сказать, что вольта по 500 полностью включена на максимум. И я полностью включил на максимум, полностью всю подачу мощности, получается, на весь, ну, то есть все полностью уже было, ну, до полного тапка, грубо говоря. Короче, вольта по 500 такой Дин не раскачивает. Это еще он один, это он еще без корпуса, и ему явно надо как минимум усилитель в два раза мощнее. То есть если по параметрам вольта по 500 это 2 по 300 ватт на сколько там, на 8 Ом. Это да, динамик 8. Так, надо аккуратно, чтобы он не упал на какую-нибудь парашку. Он 8-омный,